Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты, трупы, все вы трупы. Холушка Амигос сейчас то самое чувство, когда купил, скачал, установил МК, играешь все равно в ДС-очку, потому что МК не работает ни хрена. Итак, теперь этот босс повержен, все хорошо. Все, ну да, здесь опять появился наш старый добрый, вообще недобрый, сучий потрох по имени Преследователь, по которому что-то дамаг-то совсем какой-то стрёмненький. Ни в какие ворота не лезет. 300 урон двуручный дрыном двуручным, ёптель. Знаете, с двух рук тогда 370 стало. Силовая атака 420. И в ответку. Хоп. Личкуйся. Не поймаешь, как круто. Легкие доспехи, наше все. Бам, 500. По жбану. Так, надо выносливость. Давай. Жалко, бэкстап тебе не пробить. Сука, он все толще становится, паскуда. Уже как-то совсем у него много живучести, мне кажется. Блять. Он что-то застопорился, этим самым меня сбил с боевого настроя. Снова вспомнил свое комбо. Мерзкий жук. Да. Странная была битва. Кольцо клинков плюс один. Ну, это тут ничего не изменилось, оно всегда с него падало. Старое, доброе, ненужное кольцо клинков. Блять, ну почему ты с двух рук, сука, взял и промахнулся? Ёб твою мать. Да где щит, сука, падла? Да, двуручная атака, конечно. Походу так себе, она становится вертикальной, а не горизонтальное рассечение, как обычно. Я правильно? Да, понял, да. Это хорошо, этих жуков, из которых заточки падают, добивать. ПВЕ-то что-то не очень, походу. Ай, блядь. Сука, аж нога соскользнула. Видели? Сейчас. Прибежит это 1000 рыцарей безумная, которая тут нападает. Нет? Видимо, нет. Я хочу собрать лут, который там. В лаве, внизу. Так, они что-то дрочат. Да. Лихо этим дрыном можно толпу развалить, конечно. Прям вообще. Они даже мяу сказать не успели. Так, наверное, надо отсюда прыгать. Эй, блядь. Пальцами на ногах зацепился. Господи, только не ёбнись. Большая душа. Пилюли красной пиявки. В жопу бы тому, кто это здесь положил, засунуть пилюли красной пиявки. Что за лут такой, блин? Так опасно лежал, я так вообще не круто сдох. Подождите, а что, мне туда не надо разве? Там? А как я туда залезал? Наверное, с этого балкона. Прыжки в этой игре, по-моему, страшнее, чем битва с боссами, с некоторыми. Потому что прыжок какой-то, он прыгает как-то нехотя, очень-очень нехотя. Ты летишь и не веришь, что ты сейчас долетишь куда прицелился. Так, вот я вроде как контрольный. Вроде как я намок. Теперь вроде как я могу немножко походить по огню. Теоретически, посмотрим. Да, блядь. Походил по огню. А?
Заклинание воды, по-моему, помогает ходить по огню или что-то такое. Мне, короче, блять, объясняли, что когда персонаж мокрый, он может ходить. Может, персонаж должен быть мокрый от возбуждения, я не знаю, но, блядь, нихуя не работает, говно. Еще я сдох до кучи, там, душ-то там сколько, 1300, но это вообще, вообще семечки теперь. Я за ними туда не пойду даже, нахер они нужны. Потому что меня просто настоебала эта локация уже, я тут и так слишком много, слишком часто хожу. Да-да, я уже придрюкался убивать этих ссаных рыцарей, как мне захочется. Обалдеть, какая ты умная, блядь, черепаха. Где мои арбалетные болты? Нету, кончились, ёптель. Да я король прыжков просто в этой игре. Просто я не хочу выставлять это на показ. Блядь, какие дерьмовые они здесь. О боже, какое... Да, блядь. О боже, нахуй, какой мужчина, блядь. О боже, какой мужчина, прыгаешь ты как мудила. Ай, блядь. Так, надо нахер купить стрел арбалетных, потому что... Чё-то без них как-то не то. Кстати, у меня нету там... Да-да-да-да-да, я ты заебала мне это повторять, ты можешь заткнуться. У меня нет осколков фляги, хорошо. А сжечь что-нибудь я могу? У меня там прах, праха тоже нет. А, у меня фляга с эстусом уже плюс 4, при этом она не лечит все мое здоровье. Что-то шило какое-то. Так, что тут надо? Ну давай две. Болтов мне арбалетных, пожалуйста. Да, на 4000 душ. Сраная пачка этих недамажных дерьмовых стрел, но зато в продаже они просто бесконечны. Так, еще ненавижу эту цитадель огненную уже. Хотя раньше она вообще-то не вызывала у меня такого негодования, потому что здесь увеличили, по-моему, в два раза количество этих рыцарей, которые здесь бегают. Их стало просто невероятно много. Поэтому понятно, что теперь даже за первое прохождение можно набить себе уровень какой-нибудь многотысячный. Вон, как он классно стоит. Но почему-то двуручник не бьет в полете. И это какой-то стрёмный недостаток. Во-вторых, почему-то не падают шмотки алонского капитана. Клад впереди. Нет, там ничего. Не знаю, зачем я спрыгнул, просто хотел его ваншотнуть, но он не ваншотнулся. Главное, когда я сзади, они вообще тупят, смотрите. Бэнк. На самом деле, их шинковать просто милое дело. Они жутко беспомощные. Чик-крак. Вот этот сзади откуда взялся, я что-то не понял. Пошел в жопу. Ай, блядь, стрела догнала. Ну ты посмотри, а. Ну вот, чуть-чуть прошелся. А, и сразу у тебя 5000 душ. Ну это, может, не так и много, кажется. Но фармить здесь просто можно по-королевски. Опять эта долбанная черепаха ломает мозг. Чтобы я опять свалился, наверное. Получи. Получи. В сраку. В ее тол... Знаете, она похожа на этих, на мандачиванов, блин, из этих, из пятого элемента. Которые колобочки такие ходили. Ну что, черепошить, мы будем драться? Эй, блядь, опять я на краю. Вообще-то большая моя часть даже упала, я бы сказал. Что сейчас этот меч исполнил, блядь?
Он то пробивает насквозь, то, сука, не пробивает. Черепаха! Сука, сдохни все-таки. Пошел нахрен. И вот здесь еще классное место. Можно несколько человек туда сбросить вниз, и они сразу же... Но, к сожалению, он сейчас почему-то... Блять, нихуя себе! Преемственность поколений. Ну-ка, пошел вон отсюда. Да, блядь. Все, пиздец. Его не сдвинуть теперь. Тут, кстати, костерчик, по-моему, был. Только для того, чтобы... Только из костра нету быстрого прохода. Выход в Ковенант наверх. Нахрен он нужен, я не помню. Кроме как то, что там берсерк, с которого падают его берсеркские шмотки. Кварцевое кольцо, чего? Интересно. Ой, кварцевое кольцо грома аж. Ой-ой-ой. Ну вот, одна из этих больших великих глупостей, то, что персонаж не сможет обратно сюда вот залезть на вот эту высоту 30-сантиметровую. Но в Ковенант я не пойду, потому что мне неинтересно абсолютно, что... Ага, не-не-не-не. Когда первый раз проходишь, там можно что-то подобрать в сундуке, что-то очень ценное. Поэтому я пойду, еще как пойду. Там что-то на краю лежит, да, на краю чаши какое-то кольцо, что ли. А, кольцо со змеями плюс один, по-моему, там лежит. Нет, тогда можно было туда и не идти. И снова этот придурок с ковенанта колокольчиков. Надеюсь, обойдемся без анальных вторжений. Надеюсь, что все любители вторгнутся, а сейчас играют в GTA, блин. Ну, блядь, ну почему мимо? О, видал, как я умею? Гэндальф такой вышел, обалдеть. Ну чё, берсерка не будет? Берсерк на новой игре плюс, по-моему. А, вон он стоит. Я из него пытался сет для PvP наколупать. Очень много его убивал. С монетами гномов там на лут. Все вот эта фигня. Ни хера с него толку ничего не падало. Блять, да куда ты прёшься, блять, уёбок? Ну и, конечно, кто-то вторгся, блядь. Ой. Чувак, зачем ты ловишь столько дамага? Ты извращенец? Шмотки какие-то у тебя странные. А, вон оно в чем прикол. Это полечить смогу. А ты не можешь. Не так ли? Зато вас двое. Давай, мочи его. Добить-то осталось, и то не смог. Тюлень, блин. Да. Тупое место, честно говоря, блять, абсолютно ёбнутое здесь. Ну и чё? И долго я буду смотреть на эту хуйню? Я уж думал, блять, до конца жизни. Здесь ничего не лежит суперценного, здесь ничего нету, блять, интересного, и здесь постоянно вторгаются всякие хуесосы. Что, блять, полная хуйня. С ее помощью можно обратить... Так, если сжечь ее в костре, то она... Ага, вторжение и помощь. Нельзя жечь, блядь, ее в этом месте. Вот так вот, блядь, потому что нехуй. Здесь ты должен, сука, страдать. Ебашиться в PvP, блядь, со всякими гандонами. Причем PvP в этой игре, ну, блядь, оно, ну, пиздец. То есть у меня вот этот меч, он для PvP вообще не приспособлен. Чудом, что я хоть какой-то урон им смог нанести, блин. То есть вторгаются, ты должен поменять доспехи на PvP-шные, блядь. По-хорошему. Ты можешь, блядь, быстрее дернуть нахуй эту.
хуету. Драться со всем этим говном, который здесь бегает, я тоже не собираюсь. Да, да. Стрел мне в жопу. Смотрите, я свою тень обогнал. Ура. Вот так вот проходят тупые уровни в ДС. Блять, кто-то меня бьет, типа. Да-да-да, нахуй иди. Тра-та-та, блядь. Сюда они все равно не запрыгнут. Как же они заебали, эти лучники, а? Че это тут? Человеческая фигура и опять пилюли какие-то. Почему ты не достал? Все, драться передумал, что ли? Вот хуй тут пробежишь из-за этого количества долбанных фантомов, которые здесь повсюду. Отлично. Кое-как рашнул. Чего тут снычковали? Воссесожжение, блять, супер. За, чё за? За Зюганова надо было написать, ё-ма. Всё, прошёл. Какая иллюзия? О-о-о. Ого. Воу-воу. И какой-то из этих сундуков, сука, наверняка заминирован. Не этот. Большой меч черного рыцаря. Опачки. Говно, по-моему, кстати, ствол. Да-да-да, говно. Защитный колокольчик. Большой щит с деревом. Что за большой щит с деревом? Ух, какой. А, это щит синего... Как у синего рыцаря там вот был. Который, блядь, блокирует только 60% дамага. Почему-то главный герой его надел кверх на... А. Да, не щит, а дерьма кусок. Вот конкретно вообще. Я уж тогда вот этот одену, он хоть выносливость восстанавливает. А это еще щит духа синего дерева. Считается, что он обладает божественной силой. Встречается в сказках о Квелле, боге сна. Он может отражать заклинание с помощью парирования. Когда-то жил мальчик, ну и пошел этот мальчик, блядь, дрочить свой пальчик. Заклинание отражать с помощью парирования, это... Блять, такая же рискованная херня, как на рулетке все на одну клетку ставить. Так. Что еще? А, меч. Большой меч черного рыцаря. Я, по-моему, двуручный меч находил. Ну и чего? Скейл С, Е, плюс от веры еще. Смотрится, конечно, симпатично. Но, блять, параметры какие-то он требует. Вот нахрена воину вера, ты что тут... Как будто можно здесь быть, не знаю, паладином каким-то крутым. Может, и можно, хер его знает. Так, не буду-ка я опускать этот рычаг. Где там, внизу какой-то долбоёб ходил, нет? Видимо, не в этот раз. Здесь зачем-то есть вода. Зачем она? Да-да-да, убей меня ты теперь. Чтоб я вообще охерел. Почему с этой лестницы, блядь, нельзя сойти сбоку? Я уже думал, что я сейчас умру. Маши ты, блядь, быстрее своей, сука, оглоблей. Опять доспех. Да, неприятные здесь моменты. Эти рыцари агрятся непонятно с какого расстояния, непонятно на что. Так, черепаха может обрушить, по-моему, целый мост. Блять, как ты заебал меня. Петух, блять, я тебя выебу, сейчас приду нахер, гандон. Пошла в жопу, блять, тварь. Панцирный доспех, да. Я такой носил потом, когда прокачал себе супер статы. Я его на ПВП одевал и при этом быстро-быстро в нем кувыркался, потому что нахерачил себе этот. Кого там?
физическую херню. Большая душа, ну да. Именно то, что я хочу находить, когда забираюсь в полную жопу. Еще одну душу, блин, какой-то не нужно. Так, сука, ублюдок. Я иду за твоей жопой. Я обещал тебе ее порвать. Большая душа, лучистый цвет. Что это за фигня здесь? А-та-та. Все, блин, дострелялся. Упыреныш. Нихера то сколько по огню надо бежать, ёптель. Это вообще возможно? Это надо щит от огня одеть, наверное. Все доспехи от огня одеть. Прокувыркаться через воду, выпить таблетки от огня, кольцо от огня где-то найти. И вот только тогда... Шла в манду. Тупая тварь. Сука, успел. Ну ты посмотри, блин, что сделал, а? Так, эту черепаху можно как-то на огонь выманить. Ага. Тупое животное. Молодец. Так, еще один кусок этой дурацкой карты был пройден. Только там вот лесенка в конце. Я вижу. Но я не вижу, как туда на нее залезть. Что, прыгать надо, что ли? Да как хер туда допрыгнешь? Интересно. А, я понял. Надо рычаг переключить, наверное. Тогда стрелок еще один здесь появится. Который может своей, сука, сраной стрелой, кстати, спихнуть нахер вниз. Слава богу, что это хотя бы не капитан этих рыцарей, а обычный. Блять, хитрожопый, я смотрю, ты, блядь, прям охуеть. Я спокоен, я спокоен, мне похуй. Блять, я спокоен, я самый спокоен. Раз, два, два, блять, я пошел, пиздец, нахуй. Пошел ты, блять, своим арбалетом, это пиздец какой-то, нахуй. Иди на, блять. Это, блять, худший стрелок из арбалета, блять, в истории вообще, нахуй. В истории арбалетов, блять. Его еще более кривые руки не держали просто никогда. Еще куча воды, вообще до хера воды. Че тут? Че тут с этой водой делать-то, ёб твою мать, нахуй она нужна? Главное у края не стоять, когда дерешься с этими говнюками, блять. Меч, кстати, очень прочный, несмотря на то, что говорят, что он ломается, если наносить удар той частью лезвия, которая близко к ручке находится. Но и без этого он очень-очень, мне кажется, крепкий по сравнению с моим огненным маленьким мечиком. Чё, столько крови, ловушка, что? Понятно. Вот ублюдок. Эй, Оливер Твист. Собиратель Оливер. Оливер-собиратель бутылок, я бы тебя назвал. На Оливере стальной доспех этого лукоголового комплекта какого-то. С первой части это у тебя помощник был, который нихера не делал, но все твои заслуги записывал на свой счет. И ебашится он какой-то невероятной елдой. Окаменевшая елда дракона, я думаю. А из него, к сожалению, ничего не лутануло. Жаль, прикольная дубинка. Так, и еще выше можно это. Куда вообще? Что тут? Все нормально. Очередной убогая возможность ставить камень, чтобы тебе налило водички сюда.
Обойдусь как-нибудь без воды. А, помню это дурацкое место, да-да-да. Блять, бздынь к нахуй. Бздынь к нахуй. О, да. Там их много, несколько стоит. Если туда так ворваться, сразу жопу порвут. Щелк, щелк. Бэм. Блять, какой убогий дамаг у этого арбалета. Вон их там сколько? Раз, два, три. Трое. Причем двое капитаны. Вот в этих высоких шлемах. Куда ты бздынькнешь, блядь? Ладно, что-то подзаебало это все. А, все трое капитаны. Вообще ништяк. С капитанов, смотрю, лут теперь, походу, только на новой игре плюс падает. Огненная стрела, осколок титанита. Осколок титанита вообще не актуальный лут, мне бы обломки уже падать должны. Чтобы я свой меч мог заточить. Сейчас посмотрим, сдохнет он. Блять. Не показали. Уже вдруг тут ловушка или мимик какой-нибудь. Мимикрой только деревянный бывает. Большая секира черного, да, да. Помню, помню. Такое же говно, как большой меч. Весит до хера, толку ни хера. Не, ну весит она, кстати, скромно. 40 сил, блядь. Опять нужна вера какая-то, блядь, еще что-то. Вот если мне эти параметры вот побочные ненужные, может быть, с этой пушкой кто-нибудь бы и ходил. А так она вообще... Вот оружие черных рыцарей в этой части, оно вообще не популярно, никаким спросом оно не пользуется, никто с ним играть не хочет. У меня тоже было до оргазмов просто сколько радости, когда я первую пушку черного рыцаря нашел, по-моему, двуручный меч. Потом посмотрел на него, думаю, ёб твою мать, какое же дерьмо. Да, тут трудно было не заметить этот предмет, подсказка не засчитана. Так, там стоит опять этот ссаный рыцарь, второй ссаный рыцарь. Лук у них есть, интересно. Потому что вдвоем-то стрелами они меня всяко скинут. А раньше тут не было никогошечки. Вот у этого скелета, по-моему, внизу и лежит то самое кольцо, ради которого сюда теоретически и нужно лезть. Кольцо с золотым змеем. А почему ты не сдох? А тот что такой пассивный? Что-то они не в настроении сегодня оба были, походу. Да, я в безопасности, да. Да. Я уже с той стороны был, надо просто туман рассеять, чтобы он меня не бесил. Так, что за кольцо с золотым змеем? Оно что-то оно дает. Шанс выпадения чего? Шанс найти что-то ценное после смерти врагов. Павшие враги? Ну да. Что-то ценное. У меня щит вот примерно на вот это же говно. То есть, если я еще и кольцо одену, то верняк прям, лут будет сыпаться. И можно будет продать все это барахло говлану этому. А доспехи Алонского рыцаря, кстати, немало стоят. Не сказать, что много, но и немало. Что-то стоит, и хорошо. Да-да-да-да-да. Вот единственная ловушка во всей игре, блин. Она так нужна здесь. Чтобы убить черепаху, которая и так с двух ударов умирает. Почему-то это говно еще не работает. А, она по времени.
Да почему? Почему ты то дохнешь, то с двух, то не с двух? Люблю вот этот удар в прыжке, он дамажный, экономит прочность оружия, тем самым. Плюс на джойстике его делать очень легко, не знаю, как на клаве. На новой игре плюс тут был просто злоебучий фантом, блядь. Это был не фантом, это был, сука, фантомас. Все очко мне, блядь, растерзал. Так, как тут, блядь, пройти-то? А, вон лесенка. Невидимая. Вернее, незаметная. И, по-моему, тут какой-то лук или арбалет неплохой валяется где-то. Блядь, а что здесь? Странно, что они тут мобов не понаставили. Очень странно. Вот прям просится, чтобы они здесь были, и тут никого нет. Вообще все изменения с перестановкой мобов, по-моему, только в начале игры видны и хорошо, отчетливо заметны. Все, что проходишь дальше, уже либо неважно, либо вот просто больше мобов сделали. Вот здесь рыцари сделали побольше, но как бы нет такого, что ты идешь и видишь, что ой, а здесь стоит какой-то крутой моб, которого раньше тут не было. Но это все куда-то резко закончилось, на самом деле, причем уже очень давно. Вот здесь на обратном пути нападал фантом красный, с булавой, блядь, с огромной. Даже не на обратном пути, а на любом я просто его оббегал. И чё это они делали? Как они тут все сдохли? Что их тут огнем поджигало? Этот сгорел, блядь, этот чего сдох? Я просто не понимаю, трое здесь было и трое... Да. От сердечного приступа будем считать. Непонятно в чем. Может они отравлены, может к ним кто-то вторгся, их там поубивал. Короткий лук, молния, да. Что в сумме намного хуже, чем мой арбалет. 50 и 50. У меня арбалет хотя бы 200. А если бы арбалет еще на грубость заточить, кстати, у арбалета, то моего чего, у него нет модификаторов. Блять. Опять ты. Шлем прикольный у него, визуально. Ну, не сработал прыжок. Да, в целом сражения с мобами, конечно, тупые, когда уже знаешь, на что они способны. Бла-бла-бла. Кто-то прыгнул скелету в подмышку. Какой клад впереди, что ты пиздишь? И вот один кладоискатель, видимо, прыгнул, начитавшись сообщений. Если там клад, что он не светится тогда? Еще кто-то помер. Иногда пятна крови, они просто вот как-то неоправданно находятся. Просто смотришь, думаешь, ёб твою мать, чё ты, от чего ты здесь? Кто тебя тут настиг, догнал? Так, ну и, собственно, это вход на арену с боссом, насколько я помню. Печалька. Босс, надо сказать, большой, красивый и эффектный, но это первый босс, на котором я, собственно, обратил внимание на то, что боссы некоторые похожи, очень похожи на боссов из первой части, и поэтому, ну вот, согласитесь, что трудно угадать, что ногой Сид превратился вот в эту паучиху с двумя головами или в кого-то там, но вот этот демон, это точно вот точно такой же огненный демон, как был в первой части, поэтому информацию о перерождении душ в новые тела, ну, на этом завязан сюжет игры, я воспринял как-то легко и просто, типа, а, так я догадывался. Вот именно вот после этого босса. Ну, вот он идет и будет еще идти ему сюда долго. Стреляй. Бум в мордуса. Не нравится. Босс ни разу не сложный, но и ни разу не легкий на самом деле. Попадет, так попадет. Хотя нет, вроде как убивается, но достаточно просто. За счет своих богатырских замахов, от которых увернуться сложнее, чем под них попасть. Ну, то есть проще. Проще увернуться, чем попасть под них.
Единственное западло, это вот эта огненная дырка здесь, блядь, посреди дороги. А также то, что не видно его, очень-очень плохо его. Нет смысла брать в цель. Зато можно лечиться, когда он тут дышит. И прыгать через огонь. Блядь. А чё ж ты руку-то убрал, ублюдок? Ну я сейчас попал по пальцам-то. То неловкое чувство, когда небольшой босс, вот тот в плавильне, был сложнее, чем босс уровня. А, еще у него есть вот эта вот хуйня. Непонятно, что, еще у него есть луч какой-то. Бам по рогам, блин, до свидания. На редкость неповоротливый тупой ублюдок, на самом деле. И это великая душа, что самое удивительное, что в этой игре великие боссы, по большому счету, слабаки все. Что это забытая грешница, что этот, блядь, говнорогий хрен, блин. Они все убиваются-то элементарно. Хотя в первый раз... Не, я его и в первый раз, когда играл, я помню, что я прошел его с первого раза, правда, с помощью фантома и лука. Фантом его отвлекал, а я из-за поворота его из лука шлепал. Так, что тут здесь, по-моему, прах. Прах костяной, что ли. Нечто окаменевшее, блять, у меня этого нечто окаменевшего уже, сука, килограмм в рюкзаке лежит, реально, 5 штук. Че, немножко что-то... Мне бы шляпу с полями, я был бы на кота в сапогах похож, мне кажется, в этом наряде. Так, так, оп, оп, ничего, никого. А, это великий костер, все, это на выход. И входит, входик в DLC-шечку, да-да-да. Ну, DLC-ху мне не очень хочется. Главный костер зажжен. Причем зачем его зажигать, если сюда все равно нельзя телепортироваться? Что дает то, что ты его зажег? Тебе же всего-то душа была нужна великая, а не костер зажечь. Могли бы там обыграть как-нибудь, что убиваешь великого босса, там, и тебя телепортирует какая-нибудь потусторонняя сила там. Новый уровень. Так, ну адаптивность я. Немножко качнуло, то некоторые так волновались. Но, в общем-то, я думаю, что мне ее и хватит. Вот силушку богатырскую надо начерикать, чтобы дамаг вливать. В общем-то, больше мне ничего не надо. Я обойдусь без крутых тяжелых доспехов. У меня же скейл. И от силы, да. От сосилы. И плюс теперь я могу еще в начале этого волшебного уровня пособирать лут. Который там под огнем лежал, но на самом деле без огненного кольца и возможности хоть немножко побегать по лаве здесь все это делать неинтересно. Я просто ни одного лута из лавы не собрал в свое время. Хотелось бы исправить это серьезное недопущение. Упущение. Заметьте, да, что здесь рыцарей уже нет. Они уже себе сипуку сделали толпой. Вон лучник один, только не унывающий. А, нет, смотрите, еще один вышел. Давай спускайся, ёпта. Блять, такая. Ну, сука, я к тебе сам подымусь. Железный ключ. Вот нахера он? Я тут ни одной закрытой двери не видел. А, это, наверное, тот самый, который у старой грешницы. Открывает что-то. Может и нет. Я уже говорил, что это бич абсолютно этой игры. Вот эти ключи, которые выпадают вообще ни к чему так ненавязчиво, блядь, идешь, нашел ключ, угадает, чего он там может открыть. Надо время умирать. Так, что теперь этот должен продавать доспехи драконьего всадника, по-моему. Да нет. Наверное, надо к нему в Ковенант вступить. Я не знаю, почему он, блядь, не хочет мне продавать доспехи драконьего всадника. Наверное, потому что он козел. За 2000 душ мне предлагает купить вот эту голосовую херню. Нет, пожалуй, я ее оставлю на месте. Да, немножко непонятно. А где же я найду кольцо?
Это меч? Ха, и там меч. Не замечал, что здесь цепи приколоты мечами. Когда же я найду кольцо, чтобы смочь здесь проходить хоть немножко-то, хоть чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Что-нибудь скрысить там, не знаю. Непонятно. Я помню, что в цитадели Алдии находится... Ты находишь кольцо защиты от огня. Сколько у меня сейчас защиты от огня? 30, ёптель. Да, только, блядь, в люля-кебаб тут свою сосиску превращать, бегая по лаве. Ладно, на этом, думаю, серия закончится. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Адьё.